Всем привет! Вы смотрите видеоверсию сайта военноедело.ком. Россия надеется, что США найдут правильное решение по СНВ. Как заявил замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Леонтьев, Москва считает, что фактор выборов в США осложняет переговоры по продлению СНВ. Однако российская сторона продолжает надеяться на то, что в Вашингтоне смогут найти правильное решение. Даже занятый выборами и борьбой за свое политическое выживание, президент все-таки найдет возможность принять правильное решение, если это ему настоятельно посоветуют его советники и помощники. Хотелось бы на это надеяться, цитирует представитель российского МИДа РИА Новости. Напомним, договор СНВ остается на данный момент единственным действующим договором об ограничении наступательного оружия между Москвой и Вашингтоном. Этот документ был подписан в 2010 году и заканчивает свое действие в 2021. В настоящее время намерения США по пролонгации этого документа по-прежнему неизвестны. На этом пока все. Еще больше новостей и информации на нашем сайте военноедело.ком.